томат фиолетовый русский. Вот такие у него плоды. Удлиненные. Шоколадного, такого пурпурного цвета. Сейчас положим их на весы. Это 98. Ну, плоды вообще бывают покрупнее. Вот я разрезал плод. Смотрим, какая мякоть у него. Тоже темно-темно-розового цвета. Ну, такие помидоры называют черные или фиолетовые. Вот они. Куст у него 80 сантиметров, плоды, вот как показывает, 90-100 грамм примерно. Сорт очень ранний, созревает за 75 дней. Очень удобен для консервации, очень вкусный консервированный. Форма сливки, идеально подходит для консервации, не трескается в банке. Хорош в салатах. Сладкий, абсолютно без кислинки. Есть небольшое пятно зеленое. Вот, видите, совсем небо тут нету, совсем мало. Поэтому плод съедается полностью, ничего не выкидывается. Я выращиваю этот сорт уже более 5 лет. Получил его из Америки. В Америке он стал известен в 1980 году, его туда завезли в этот период. К нам он попал с Америки. Ранее я тут на Украине его не встречал. В каталогах любителей каких-либо фирм его не было. Появился он уже после 2010 года. Я был одним из первых, кто посадил этот сорт. Получил их семена по обмену с Америки. И вырастил. Вот такой вот интересный сорт. Фиолетовый русский. Сажайте и наслаждайтесь прекрасным вкусом.